Глава исполнительного комитета Совета реформ Михаил Саакашвили рассказал в эфире «Украина-24» о подготовке судебной реформы. На этой неделе мы предоставим свое первое видение о судебной реформе. Я уже предполагаю, что будет вой и визг, но я готов это кваканье и визг выслушать. У меня нет никакой аллергии на это. Я готов серьезно обсуждать с серьезными людьми, в том числе внутри системы, сказал он. Саакашвили рассказал, что еще собирается делать комитет. Мы будем кодекс неправдопользования и целый ряд других вещей, которые облегчат жизнь обычных людей, начиная от виноделов, заканчивая теми людьми, которые хотят вкладывать в собственную страну и жить в собственной стране, а не куда-то бежать, рассказал он. Глава исполнительного комитета Совета реформ Михаил Саакашвили жестко охарактеризовал текущую ситуацию в Украине. Ситуация нехорошая, не только из-за коронавируса. Экономический кризис будет расширяться, углубляться, рабочие места теряются. А при этом я имею дело с бюрократией, которая думает, что ничего плохого не происходит. Мол, это бизнес, как всегда, у них будет все схвачено, у них все готово. Никуда они не спешат, как будто они живут на другой планете, сказал он.